Здесь точно знают, как пройти в библиотеку. В Самаре начал работу информационный центр акции «Ночь музеев 2022». Он находится на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева. Консультанты отвечают на все вопросы, связанные с проектом. Также здесь можно получить буклет с программами всех участников «Ночи музеев». Подходит очень много человек, очень многие заинтересованы, как взрослые, пожилые, так и дети. Есть карта, которую мы раздаем, она как раз есть на листовках, и там как раз обозначены все маршруты, все мероприятия, и мы помогаем людям выбрать какое-то, которое подойдет именно им. Всероссийская акция «Ночь музеев» в Самаре стартует 21 мая. В этот день будут работать свыше 50 площадок – музеев, библиотек, арт-пространств, галерей и образовательных центров. Ждут абсолютно всех – горожан, гостей Самары и, конечно, участников 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Обязательно посещу музей, потому что их тут огромное количество самых разных, самых интересных, удивительных. Мы очень тоже хотим попасть на это мероприятие, и думаю, у нас все-таки это получится, да, мы прям выбьем именно для этого мероприятия пару часиков, нам уже выдали буклетики. Информационный центр работает по 22 мая включительно. В субботу до 11 ночи, в воскресенье до 20:00. Также у входа в Струковский сад и в сквере Эльдара Рязанова разместят стойки с информацией о проведении акции в учреждениях города. Ольга Волкова, Константин Головин. События.